Вадим Борисович, выходи, выходи. Я вам сейчас хочу представить своего очень хорошего друга. Давно мы с ним знакомы, коллегу по цеху. Это действующий командир, пилот-инструктор самолета Boeing 747. Очень красивый самолет, похожий на мечту. Вот Вадим Борисович Белов, он пишет тоже замечательные песни. Сейчас он вам скажет. Недопишут о вас папарацци. У них ведь другие заботы. Поздравляю вас с днем авиации, дорогие мои пилоты. Всем ветеранам и не ветеранам. Я дедом став, попал в хорошую компанию. И моего отца, и тех, что небом правили. В 60-е в полярной авиации мы по сравнению с ними мелкие засранцы. Вспоминают они Ли-2, знают нынешние едва ли, как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. А им навстречу сквозь пургу торосов срезы и ждущий помощи на льду разложен крест. Представить страшно, но куда же они лезли с ручным заходом без системы GPS. Вспоминают они Ли-2, знают нынешние едва ли, как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Наш полюс спит и видит сны про тех парней. Медведи белые, что дети без приюта. Земля в меридианах, со всем иных страстей, запуталась, как в стропах парашюта. Вспоминают они Ли-2, знают нынешние едва ли, как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Нажал на кнопку, самолет остался целеньким. Но в полюса давно никто не целится. Но точно не было б нас нынешних как нации без славных летчиков полярной авиации. Вспоминают они Ли-2, знают нынешние едва ли, как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Как от счастья кружилась у них голова, когда руки штурвал держали. Сейчас немножко печальная песня, но вот о достойном человеке и достойном поступке. Произошло это всего лишь год назад, еще не исчезло из памяти. Герою России Роману Филиппову. Он с детства так мечтал о небесах и знал, что стоит только захотеть. Развеяв сказки о земле на трех китах, вокруг планеты можно облететь. Развеяв сказки о земле на трех китах, вокруг планеты можно облететь. И вот он на ладони синевы, и безмятежным кажется полет. Там далеко, за краешком земли,
остались те, кто верит, любит, ждет. Там далеко, за краешком земли, остались те, кто верит, любит, ждет. Ракета в хвост, и прыгать есть резон, ведь самолет не слушает руля. Хотел уйти к своим за горизонт, но казалось плоскою земля. Хотел уйти к своим за горизонт, но казалось плоскою земля. Кольцо в руке, вокруг кольцо врагов, не захватить им летчика живым. С последним это вам за пацанов, все пацаны склонились перед ним. С последним это вам за пацанов, все пацаны склонились перед ним. И вновь увидел мир, Россия есть, и держится она на трех китах. Понятие, долг, мужество и честь не пробиты бездарно в кабаках. Понятие, долг, мужество и честь не пробиты бездарно в кабаках. Песня про вот тот самолет, о котором говорил Вадик. Значит, сейчас одну, ну хватит. Одну хватит. Вот. Значит, дело в том, что сегодня день, да, 50 лет. Вот люди знают, 50 лет полета, первому полету Боинга 747. И на этом самолете мы совершаем некоторые, как сказать, какие-то кругосветные путешествия. Песня так называется «Кругосветка», хотя она совершенно не о том. За нас поднимите бокалы со звездами в вечном пути. Ведут корабли капитаны вокруг задремавшей земли. Желайте попутного ветра над кромкой полярных льдов. Мы облетаем планету за 80 часов. Чем по дорогам колесить, лучше летать птицей. Простая профессия — взлетать и садиться. Помню, родной, на прощание взгляд, что провожал в полет. Но мы никогда не летим назад, только вперед. С кем ты, любимая, где ты? Безмолвны в ночи голоса. Соединят континенты наши с тобой небеса. Снова моторов песня в воздухе растворится. Простая профессия — взлетать и садиться. Возьми нас, судьба, на поруки. Грозы над городом кружатся. 10 часов скуки и 10 минут ужаса. Тормозов мало, реверс творит чудеса. Спасибо, что нас удержала нашей любви полоса. Чем по дорогам колесить, лучше летать птицей. Простая профессия — взлетать и садиться. Теряюсь, какое здесь время дня и где самолет мой сел. Но знаю по курсу, ты ждешь меня, куда бы я ни улетел. Hello, goodbye, Америка, нихао, цайцэ, Китай. Звоню тебе с дальнего берега, привет, вылетай, встречай. Снова моторов песня в воздухе растворится. Простая профессия — взлетать и садиться. Чем по дорогам
дорогам колесить, лучше летать птицей. Простая профессия — взлетать и садиться. Спасибо вам огромное. Так, мы сейчас сделаем перерывчик, минут, наверное, 20. Я хочу сказать до перерыва, значит, следующий концерт в этом зале будет 20 апреля. Вы не подумайте, мы не будем отмечать день рождения Гитлера, мы придумаем другую дату. Вот. Ну и все, на стойке есть диски, кому интересно. Все, через 20 минут встречаемся, перерыв.